Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем проводить игру под названием Пещерные войны. И погнали, у нас теперь Донут. Короче, тарелка. Мы на черепахи отправились? Я думал, мы на этом отправимся. На посохе летающем. Ну ладно. Да, главное полностью не сдохнуть. О, здесь немного изменилось уже. Хорошо, агрессивный становится, летят на меня. Ух, так они еще взрывоопасные. Ё-моё. Ну, это понятно. Урон. Так, ты можешь. Давай заряд полностью наберем. Да елки-палки. Да я вижу твой палец. Подожди. Помогу. Ты видишь, тут какая жопа происходит? Ага, то есть у меня на выбор такие, да? Либо ловушки, либо запоминай. Я ж могу просто пробежать, ведь так? А не. Просто не получится. Тихо. А, то есть ты ломаешь вообще лазер полностью. Хорошо, что я додумался присесть. Чем они отличаются? Понял. Так, а ты можешь? А давай бумеранг. Я понял, лучше копье кидать. Добро. Лучше так сделать. Ну что есть? Тут что, ни хера нету. Ай. Я лучше пойду через ла... Ой, ты ж ё-моё. Или нет? А, я там был... А не выбыл в ловушке, да?
не вы, я был бы там в ловушке. Так. Добро. Ага, это бомба замедленного тика. Бомбы замедленного тика. Хорошо. Ага. На всякий случай кину еще один. Пойдем по низу. Я здесь вижу, что сложновато становится. Становится сложновато. Ух. Готово. Так, здесь желательно... Я понял. Слишком большая грудь у тебя. А, поближе подойду. А, их там двое даже. Давай не уставай. Сука. Интересно, если она устанет, что будет. Она устает. Вот что будет. Ну, ладно, попробуем. Что это? И как это? Чё, бля? Охуеть. Нормально, что там пройти нельзя? Она только животное. Не будет что-то животное. Ладно. Окей. Так, нам нужна эта девчонка. И поехали. Пиздец. ГГ мы проебали, как говорится. А, так она взрывается вообще, когда я делаю даже удар. Даже когда я просто делаю удар.
Вот. Ладно, просто давай дальше. Просто будем дальше идти. Дальше. О, там челики вообще дэнсят. Там челики вообще дэнсят. Ну это хотя бы медленные пушки. Бом. Ладно. Хм. Еще раз. Могу я через дырку? А, я спинку надорвал, я понял. Хорошо, что дальше. Ох, сейвик, здравствуй. Так, вижу лазеры. Лазеры плохо, как всегда. Так. Я вижу людоеда. Рэпера. Чё там, немец? Там военный немец? Чё? Кавернатор 2000. О. Ага, они шатаются, да? Ой-ой-ой. Ясно, хорошо. Пиздец, это сложно. С этим терминатором драться. Хорошо. Пиздец.
Везде. Все. А я думал, знаете, будет типа мемчика насчет Терминатора. Ну, это понятно, что сразу отсылка к Терминатору. Типа его часть. Запчасть. Ух, ну такое, такое. Довольно сложная локация. Так, они включили батареи и побежали в какой-то портал. Как это понять? А, то есть мне нужно собрать три части? А, таким... Разу могу. А не, эти все-таки закрыты. Ну, давайте тогда в следующей серии, я думаю, продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.